Сроки открытия стадиона «Сокол» могут перенести. Реконструкцию спортивного объекта проинспектировал глава региона. Городские власти не исключают, что запланированная дата открытия 25 ноября будет отложена. Из-за чего срывают сроки, выяснила наша съемочная группа. Мы предлагаем делать внизу редкое освещение, естественное. Вот такую вот отделку. Такие проемы. Да, да. И все нормально. Это забирается под утеплитель. Они уже планируют, как распределят освещение, хотя до сих пор не уверены, что объект смогут сдать в срок. Городские власти отчитываются о ходе реконструкции стадиона «Сокол». Проблемы с заменой стеклянного витража. Из-за этого возможен перенос сроков. Первоначально открыть стадион планировали к 25 ноября, но теперь могут не успеть. За месяц нужно отремонтировать трибуны, крышу и фасад, а также проложить искусственный газон. 26-го вложить трубки подогрева поля. Понедельник, вторник мы этим прессуем коллектор, изолируем сварные стыки, проектное положение среда четверг. И, собственно, главная задача – это с первого числа полностью подготовить к укладке покрытия. С 1 ноября, да? Ну да. Могли бы справиться быстрее, уверен глава региона. Нужно было лишь одновременно вести разные строительные работы. Такие же претензии и на другом спортивном объекте. В «Кристалле» тоже не экономят время. Вон наверху стоят, вот ведут ряд именно тех, кто... Давай красьте, дурака валяйте, завтра уже поле будет готово. Завтра надо укладывать уже баскетбольные щиты. А вы еще стулья не покрасили. Как вы людей сюда пригласите? Ну что можно делать? Кисточку возьмите, красьте, что, все не делайте. Времени на ремонт здесь тоже остается немного. В самом разгаре работы по замене кровли. Вот они сдвоенные. Вот, видно, сдвоенные. Вот. Серенькие, черные. Вот, видишь, посередине идет, вот, сдвоенные. Это вот усиление. Итак, через пролет надо все это усилить сначала. Прежде чем это положить, надо все это усилить. Еще не приступили к монтажу дополнительной трибуны на 400 мест. Идут работы и по внутренней отделке помещений, и по бетонированию пола ледовой арены. Тем не менее, профильные чиновники обещают, переносить сроки не будут. «Кристалл» откроется в течение месяца, и уже в ноябре здесь состоится первое спортивное сражение. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.